Репетиция музыкантов начинается за 2 часа до выступления. Ансамбль собирается на цокольном этаже Центра современного искусства «Арсенал». Здесь и становится понятно, что андеграунд — это больше про пространство, которое формирует иное восприятие, а не про музыкальный стиль. Выступает под землей, в переводе на английский — «андеграунд». Мы считаем, что именно этим способом мы можем привлечь внимание современной аудитории, такой уже искушенный, которую мало чем можно удивить, к академической музыке. Ансамбль No Name существует с 2011 года. Музыканты одними из первых начали пропагандировать современную академическую музыку. За 6 лет они отыграли на различных фестивалях в разных городах. В основном это привычный формат стандартного концертного зала. Поэтому выступление в «Арсенале» — это прежде всего отличная возможность поэкспериментировать с формой подачи музыки. Как таковой сцены здесь не предусмотрено. Музыкантов и зрительный зал будет разделять вот эта бетонная перегородка. Когда начнется концерт, свет полностью потушит, все это сделано для лучшего восприятия или даже скорее полного погружения в музыкальную среду. Все выходы и входы будут закрыты до завершения концерта. В арсенале музыкантов арфа, гобой, фагот и клавесин исполняют старинные произведения анонимных музыкантов и современных композиторов. Несмотря на то, что звучит музыка, нет как бы привычной такой концертной ситуации. Ситуация, как будто ты дома пришел, поставил диск и просто слушаешь музыку. И это вот, собственно, такое как бы продолжение того проекта. Тоже зрители приходят, просто слушают, как бы не показывают там, вот, какая у меня рубашка или как-то дела. Просто приходят и как бы слушают музыку. Максимальная концентрация. В этом тоже есть какое-то такое определенное очарование, что ли, вот такой атмосферы, потому что ты действительно сконцентрирован не на том, что вот ты смотришь там, потому что все равно замечаешь, публика здесь повернулась, что-то там произошло, а так ты просто сконцентрирован на музыке, и ты исполнитель, и слушатель тоже. Мне кажется, что вот в этом есть какой-то интерес. Это не последний музыкальный эксперимент ансамбля и Центра современного искусства «Арсенал». Задача не только популяризация классической музыки, но и использование всех пространств комплекса. Антон Гань, Андрей Панов, «Столица Нижней».